Всем привет! Сегодня буду готовить пяти. Замочила горох нут. У меня говядина и постная баранина. Говядина жирная, ребрышки. Вот это все вместе кидаю в холодную воду. В шелухе две штуки. И лук пополам порезанный в шелухе. Все ставлю вариться. Закипит, сниму пену. Снимаю пену. Сняла пену и убираю огонь до минимума, чтобы томилось мясо. Медленно, на медленном огне будет долго томиться. Здесь у меня картошка, лук, сельдерей, перец, корень петрушки, морковка и острый перец. Все мелко строгаю. Все настрогала. Петрушка, корень петрушки, морковка. Острый перец строгаю вместе с семенами. Лук, перец, сельдерей, картошка. И горох, нухут уже у меня разбух. Бульон будет вариться час-два. Ну, чтобы мясо стало мягким, я варю на медленном огне. Поварилось мясо. Час где-то у меня все это стояло. Все это вынимаю. Лук, мясо. Все вынимаю. Как раз кости отошли от мяса. Все это выкидываю сюда. Бульон чистый в чистую кастрюлю. Закладываю сюда горох. И все овощи, которые у меня нарезаны. Мясо все нарезаю. Баранина уже очень мягкая. Я ее не буду кидать. А вот говядина еще жестковатая. Поэтому говядину отправляю в бульон, а баранину уже кину, когда все будет готово. И немного приправы для мяса. Немного шафрана. У меня молотый шафран. Все, картошка сварилась, горох сварился. Теперь сюда кидаю резанные помидоры. Солю все это. И пусть еще варится. Чем дольше стоит этот суп томиться, тем он будет вкуснее. А мясо баранину кину в последнюю очередь, потому что она у меня уже разварена. Красивый цвет, желтенький такой, красненький цвет. Красота, вкусно будет. Он такой будет густой, наваристый, вкусный. Мясо кидаю уже баранину. И варю. Чем больше варится, тем вкуснее. Грибы пропадают, обветрились. Буду делать маринованные. Мою, нарезаю, чищу и мелко нарезаю. Нарезала грибы. Мне нужно 2 неполных стакана воды. Где-то 400 грамм воды. Чайные ложки сахара. Три чайные ложки соли. Лавровый лист, полстакана масла растительного и полстакана уксуса. Я беру рисовый уксус, он 6%, столовый 9%, любой подойдет, полстакана. Уксус, масло, ставлю кипятиться рассол розовый, закрепил рассол. Опускаю сюда грибы. Перемешала. У меня где-то было 1 кг грибов. Проварю. Опустила грибы. Все снимаю с огня. Все. Оставляю грибы, а через 12 часов грибы будут готовы. Так выглядят грибочки маринованные. Ночь постояли, можно есть. Вкусные, 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 вкусные. Вот так выглядит мой суп. Наварился, настоялся. Сейчас вкусно покушаю. Кинзы. Вот такой наваристый, хороший суп 5. Можно еще чеснока вылить чуть-чуть.
когда начинаются холода, хочется вот прям такого чего-то наваристого, вкусного, жирного. Ну что, всем пока, до новых видео.